Вероника, я знаю, что вы сейчас возглавляете студсовет. Студенчество – это, наверное, самые счастливые годы. Взрослые, юные, все можно, но разумно. Что вы сегодня скажете тем, кто пришел сюда, в наш зал, для того, чтобы встретить День Победы? Очень хочется поздравить с таким важным праздником для всей нашей страны, для всего нашего народа. Студенческий совет подготовил цикл мероприятий, посвященных Дню Победы. Первое мероприятие – это выставка «Судьба одного человека». Вы можете ознакомиться с нашей выставкой в розовом зале. Туда могли отправить историю студенты, преподаватели и сотрудники военмеха, близких и родных, кто прошел войну или не прошел войну и погиб. Каждый рассказал свою историю. Второй наш большой проект – проект «Эхо». Мы записали с представителем студенческих объединений стихотворение, что, как не стихотворение, прекрасно покажет все тяготы войны и всю боль, утрату, которую пережили наши близкие. Также они транслируются в розовом зале нашего университета. И можно будет видеть на сайте БГТУ-НМЕХ и в группах студенческого совета. Спасибо. Спасибо большое. Я очень уверен, что эти проекты будут развиваться. Спасибо большое, Вероника.